Команда МПК Тюмени, город Тюмени, и команда СТБР, город Новосибирск. А также просим присутствовать на площадке лучших игроков турнира «Уральские звезды» и турнира «Кубок Урал». Мы ходили в течение последних 5 дней в уральские столицы. Турнир «Уральские звезды» и турнира «Кубок Урал». «Уральские звезды». Третье место в турнире заняла екатеринбургская студенческая команда «Зигунфу». Она награждается кубком за третье место и бронзовым медалем. Каждый игрок команды награждается бронзовым медалем и сувенирами от организаторов турнира. Серебряными медалями, кубком за второе место и сувенирами. Организационным комитетом и судейской коллегией определены лучшие игроки турнира «Уральские звезды». Лучший вратарь Владимир Абраменко, команда «Донецкий Никель Дубль». Лучший защитник Антон Серов, команда «Зигунфу». Лучший нападающий Кирилл Козлов, команда «Сигнальный дуб». Лучший бомбардир турнира Евгений Стринев, команда «Аяк», город Рудный, Республика Казахстан. Приз зрительских симпатий Афанасий Федоров, команда «Заря», город Якутск. Самый ценный игрок турнира Николай Кинин, команда «Зигунфу», город Екатеринбург. Лучший игрок турнира Андрей Патриев, команда «Тюмень-2». Победителем турнира «Уральские звезды» 2013 года стала команда «Тюмень-2», город Тюмень. Она награждается кубком за первое место, золотыми медалями и сувенирами. Что, ты смеешь мне за полчаса? Сомневаюсь. А что? Город Тюмень. Команда награждается кубком за третье место, бронзовыми медалями и сувенирами.
Нам хочется отметить судейскую коллегию турнира, юбилейного турнира Кубок Урала, который проводится в 20-й раз. Главный судья турнира Владислав Купавка, город Челябинск. Заместитель главного судьи Юрий Любимов, город Березовск. Арбитр Ассоциации мини-футбола России Эдуард Шахметов, город Ивдар. Сергей Черкашин, город Екатеринбург. Сергей Хорошавцев, город Уфа. Алексей Берестов, город Екатеринбург. И арбитр Александр Тюрин, город Сургут. Слава Богу, он едет в аэропорт. Второе место заняла команда обладателя Кубка УЕФА нынешнего сезона, команда «Карат», город Алматы, Республика Казахстан. Мы вручим серебряные медали, сувениры и кубок за второе место этой команде чуть позже. Организаторами турнира и судейской коллегии определил лучшие игроки Кубка Урала юбилейного 2013 года. Лучший вратарь, вратарь команды «Кайрат», город Алматы, Игита. Приз мы ему уже вручили. Лучший защитник, игрок команды «Рубрика Тюмень» Николай Перевец. Лучший нападающий, игрок команды «Тулпар», город Караганда, Талис. Приз мы тоже уже вручили. Лучшим бомбардиром турнира стал Андрей Афанасьев, команда мини-футбольный клуб «Синар». Приз зрительских симпатий игрок команды «Ямал Лубака», город Новый Уренгой, Евгений Шульгин. Самый ценный игрок турнира Николай Плахов, команда «Сибиряк», город Новосибирск. Победителем юбилейного 20-го Кубка Урала 2013 года стала команда «Сибиряк», город Новосибирск. Команде вручается кубок за первое место, золотые медали, сувениры.
Вон. Вон он шел. Мы поздравляем всех участников соревнований, лучших игроков, арбитров, зрителей за то, что они в течение последних 5 лет и Екатеринбурга, Свердловской области 6 и 7 сентября на открытие чемпионата России по мини-футболу. Спасибо всем!